Камера, мотор. Привет всем, с вами Лилия Донского. А сегодня я записываю видеоурок, как краситься краской Орифлейм. Вы видите сейчас в руках у меня новая красочка, она называется темный шоколадный. Это мой любимый цвет, это цвет, который мне идеально подходит. Делаю я окрашивание волос раз в месяц, получается где-то так. Сейчас вам расскажу, что это краска. Вот она такая наполненная, видно хорошо. Посмотрим, что будет в состав коробочки. Значит, это само средство, которое разводит краску. Тюбик с краской. Мне вот хватает на один раз. Как раз я просто подкрашу корни. Здесь есть мой любимый кондиционерчик, который я использую после окрашивания. Великолепные волосы такие, закрепляется краска, фиксируется. И очень живые, блестящие волосы получаются. И очень удобно то, что на инструкции сразу есть перчаточки. Просто не думать, где их взять. Ну, в принципе, сейчас, наверное, в других красках этот сервис предусмотрен. Они вот так здесь спрятаны. Кто не знает, отрываем. И у вас есть перчатки. Инструкция мне уже не нужна, потому что я уже много раз этим пользовалась. Если вы первый раз, то здесь есть инструкция, как окрашивание делать. Я ее убираю. И сейчас покажу, почему мне нравится именно вот такая форма, когда краска именно в таких вот вариантах продается, то, что можно в домашних условиях самой покраситься. Очень легко и просто. Несмотря на то, что вот у меня волосы, видите, очень длинные, это сделать элементарно. И мы сейчас таким образом поступим. То есть открываем флакончик, пипочку не трогаем, мы ее ломим потом. Берем красочку, она тоже запечатанная, но на другой стороне крышки есть специальный такой укольчик. Оп, укололи. Красочка пошла. Выдавливаю полностью вот флакончик. И нужно сделать так, чтобы краска вышла вся. То есть ой, аккуратненько ее всю. До последней капельки. Все, красочка выдавили, тюбик выкидываем. Закрываем флакончик. И она как шейкер, то есть нужно хорошо-хорошо смешать. А я сейчас передам нашему оператору тюбик, чтобы он смешал. А сделаю пока обзор своей ванной комнаты, покажу, чем я пользуюсь. Так, ну, у меня ванная комната пока маленькая, но в нее очень много вмещается. Первая — это моя полочка. Давайте ее посмотрим. То есть вы видите, наверху у меня стоят шампуньки. В основном гели для душа. Мне очень нравятся всякие масочки. Вот эта вот маска обертывания для тела. Я ее просто обожаю. Это моя гордость. Видите, да? Флакончик сейчас попробую сфокусировать. Видно, нет? Вот тут написано «Лилия Донскова, welcome». Этот флакончик геля нам подарили в Стокгольме. Тут написано наверху «Стокгольм». Я его не выкидываю, наполняю новыми гелями, потому что это вообще очень круто. Это был подарок с конференции. Я люблю медовую серию. Здесь у меня скраб, шампунь для волос, кондиционер. Очень понравилось новое средство, вот этот гель. Антибактериальный для тела, прям прекрасно сын для лета, для жары. Моментально снимает все покраснения на коже, если есть какие-то прыщики, то он их быстренько-быстренько успокаивает. Это Мишин любимый шампунь против перхоти, классно так работает. Ну, тут для тела антицеллюлитное средство, гели. Ну, очень много, я все люблю, видите, наверху гели разных вкусов. Вот здесь скраб тоже для тела, Discovery. Пенка шоколадная. Этот автозагар. Я сейчас предпочитаю поменьше загорать, потому что солнышко очень вредное. Я предпочитаю автозагар. Если мне нужно куда-то пойти, выглядеть классно, я быстренько обрабатываю тело скрабом. Хорошо отшелушиваю мертвые клеточки и наношу автозагар. Моментально проявляется, буквально в течение 2-3 часов. Становишься такой бронзовой шоколадкой, такой ровный загар. Классный.
это средство для интимной гигиены Мусс. Вот у меня дочка его любит, а мы любим вот эти гельчики. Видите, да? Два разных вкуса. Вот этот мой любимый. Вот мой. Это Мишин. Так, также у нас гель для душа с лавандой, всякие мочалочки, щеточки, терочки, рукавички. Это все-все-все из каталога Oriflame. То есть я люблю, сразу две перчатки на руки одеваю и классно-классно отшелушиваю всю кожу. Классная мыльца для пяточек со скрабом, такая пемзочка. Любимая маска медовая для волос. Вот такой вот тальк для тела. Так, это легкий обзор с этой стороны. Пойдемте дальше. Ну, тут, естественно, мыло Афина. И открываем мою волшебную полочку. На верхней полке все для волос. Для укладки, для ухода, всякие для блеска волос, капсулы, сыворотки. Я всем этим пользуюсь, я ухаживаю за волосами, получаю вообще балдежное от этого ощущение, потому что все делают комплименты, какие красивые, шикарные волосы. Они, кстати, очень быстро растут. Кстати, по поводу волос еще вот покажу. Вот такие вот витаминки. Я их пью регулярно, раз в полгода, 2-3 пачки пропиваю. Это специальные витамины, нутрикомплекс для волос и ногтей. Очень рекомендую, классная вещь. Вижу результат, как волосы укрепляются и быстро растут. Вторая полочка – это в основном уход за лицом и то, что не поместилось для волос. То есть вы видите, тут лак для волос, это соль для ванн обалденная, для тела спрей. И пошли масочки, пеночки для снятия макияжа, тоник, тоже вот коллаген 3D для очищения кожи, для глаз. Невероятный эффект, чудо, обалденный коллаген со стволовыми клетками растений, ночной крем с витаминками С, коллаген. Ну вот, в общем-то, так. И третья полочка, тут в основном маски, зубные пасты, Мишина пенка для бритья, Лерина вот очищение, мое любимое чайное дерево, скраб для лица. То есть все, вы видите, все-все-все Oriflame, даже щеточка с моторчиком. Классная, кстати, щеточка такая прикольная. К ней есть сменные насадки, поэтому всегда можно поменять и сделать еще более удобным и классным. И у нас таймер для чистки зубов. Тоже им пользуюсь, хотя у нас малышей нет, но даже для себя очень удобно. То есть задумаешься иногда и не знаешь, сколько зубки чистила. А тут раз, и все готово. Миш, ну я все закончила, идем. Передаю тебе камеру. Так, ну вот у нас смесь готова. Если получится, Миш, покажи, насколько сейчас отросли волосы. Хорошо тут видно? Так, поближе. То есть волосы уже отросли и появилась седина. Если, конечно, не она, может быть, я бы и не красилась, но так вынуждена. Сейчас что нужно сделать? Мы просто пипочку отламываем. Волосы должны быть хорошо расчесаны. Одеваем перчатки. Вот таким образом. Открываем. Они классные, хватает на одно окрашивание, потом я их просто выкидываю. Мыть их не нужно совершенно, это ни к чему, это экономия. В каждой пачке будет новая пара перчаточек. Так. Все, мы их забрали. А, забыла еще такую штучку, чтобы не испачкаться. Я вам рекомендую приобрести в каталоге. Такая есть классная накидочка, очень удобная, небольшая. Вы ее одеваете себе на плечи. И есть липучка. То есть в удобном месте прилепили, все, у вас одежда будет защищена. Ну и кожа, конечно же, тело. Что я потом делаю? Я просто беру, переворачиваю средство и начинаю с волосяной части вот с этой стороны, просто выдавливая маленькими порциями до конца провожу, потому что мне нужно прокрасить только корни. И вот так вот распределять. Потом расчесочкой просто нужно будет расчесаться, промассировать голову. И все будет супер. Сейчас я нанесу. А потом мы вам покажем, чем дело кончилось, что у нас получилось. Хорошо?
Ребята, вот смотрите, что у меня получилось. Вот так вот я покрасилась. Прошло 35 минут, красочку можно держать и 30-35 минут, в зависимости от того, какие у вас волосы. Я иногда, бывает, держу и побольше, и ничего страшного не происходит. Сейчас я смою все под душем и вернусь к вам. Ребят, ну вот смотрите, какой результат. Ровно час потребовалось на то, чтобы сделать такую салонную процедуру. Миш, поближе сними, чтобы видно было, корни не нужно. То есть вы видите, да, как прекрасно окрасились все корни волос, то есть где было вот отросшие седые волосы, все окрасилось просто великолепно. Качество волос, то есть он очень гладкий, мягкий и такой шелковистой текстуры. Ну давайте с вами посмотрим, чем я еще пользовалась. То есть после того, как я смыла краску, напоминаю, что я пользовалась красочкой Oriflame. Ребят, после того, как смыла красочку, два раза обязательно нужно помыть голову шампунем. Я воспользовалась укрепляющим и стимулирующим рост волос. Очень нравится аромат, текстура, качество волос после этого просто очень классно. И рекомендую такую вот штучку. Это сыворотка, которая для кончиков волос. Если кончики волос секутся, или они как-то пушатся немножечко, то эта сыворотка прекрасно помогает сделать кончики гладенькими, такими ровными, вот увидите. То есть они стали такие классные, не пушатся, не топорщатся. И, в общем-то, эффект получается у волос, как будто бы их отгладили утюжками. То есть они гладенькие такие, мягкие, классные. Вот, в принципе, все, что я хотела вам рассказать, рассказала. Я вам хочу порекомендовать краску Oriflame, средство Oriflame. Очень довольна сама эффектом, и я уверена, что если вы попробуете, то вам тоже очень-очень понравится. До встречи в новых роликах. Всего доброго. Люблю вас. Пока-пока.